Начну с темы происшествий. Сегодня в 9:35 в северной части Нового Уренгоя произошло серьезное ДТП. Легковой автомобиль буквально влетел под кузов грузовика. Авария произошла на перекрестке улиц Мира и 70 лет Октября. Пострадали два человека. Водитель легковушки оказался зажат в искореженной машине. Чтобы извлечь его оттуда, потребовалась помощь сотрудников МЧС. Подробности у Юлии Шарковой. Утро понедельника началось с печального происшествия. Местные паблики заполнили фотографии искореженного легкового автомобиля. ВАЗ-2112 на скорости влетел под колеса грузовика МАЗ. Второй по инерции протащил легковушку вдоль перекрестка. На место сразу же выехали представители всех экстренных служб. Срочная помощь понадобилась водителю легковушки, мужчине 1985 года рождения. Он оказался зажат в машине. Спасатели сразу приступили к так называемой деблокировке. Специальными гидравлическими инструментами разжали железо. После высвобождения водителя передали медикам. Помощь понадобилась и пассажиру «Лады», мужчине 1989 года рождения. 26 июля примерно в 9 часов 35 минут на пересечении улиц Мира, 70 лет Октября, произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2112 и грузового автомобиля МАН. В результате дорожно-транспортного происшествия водителя и пассажира отечественного автомобиля доставили в центральную городскую больницу. Инспекторы ГИБДД установили, что водитель грузовика был пьян. Именно его маневр на перекрестке стал причиной аварии. МАЗ при повороте налево на регулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю, движущемуся в прямом направлении. Записи с камер уличного видеонаблюдения это подтверждают. Сейчас автоинспекторы проводят проверку по факту ДТП. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Юлия Шаркова, Богдан Жиделев, служба новостей «Импульс».